дорогие друзья, планировали приехать в Чехию, и наконец-то мы это сделали. Сейчас мы в Карлових Варах, и, конечно, когда мы узнали, а мы узнали, что здесь есть большой супермаркет Lidl, мы, конечно же, пошли в него. Как видно, мы добрались, он находится рядом с центром, по крайней мере, мы так еще пока думаем, это первая наша походка наша была первая. Так, давайте о ценах, потому что мы взяли все необходимое для себя, нас четверо сегодня, и мы рассчитываем хотя бы 2-3 дня на это, как бы, вот этих продуктов будет достаточно. Поехали. Значит, вода, ну, похоже на газировку, но мы не планировали брать газировку, 4 крона. Да, 4,5. 4,5 крона. 4,5. Напоминаю, что 1 крон это получается... 21. 21. Нет, 1. 1 евро. 1 евро, 21 крона. Да, 1 евро это 21 крона. Мы в Европе, поэтому будем говорить о евро. Так, ну куда же без картохи, взяли 2 килограмма. Так. Смотрим цену. 2 килограмма. Ну, картошка, если честно, ну, обычная. Да, 2 килограмма. 29,90. Ну, блин, ладно. Насчет картошки обидно. Вы знаете, обратили внимание на хлеб. Своя выпечка у Лидла, конечно, и цена очень привлекательная. Цена за один. За одну штучку. Все разбросал. За одну штучку я видела цену 8. 8 с копейками, но в чеке я чего-то не вижу этой цены. А, вот 8,90. 8,90 крон за одну штучку. Чешский крон. Соль, куда же без нее, это самая главная специя для нас. Так, соль. Соль у нас стоит 3,90. Ну, как есть, тут уже 3,90. Нет времени выбирать. Молоко, потому что мы привыкли, что у нас дома как бы не молоко, а подделка. Будем откровенны, и у нас, и у вас, скорее всего, это так. Здесь же мы рассчитываем пить натуральное молоко. А какая на него цена? Млеко. Млеко, 1,5% жирности, 1 литр. О, нашла. Это, кстати, это... 14,90. Бренд Lidl, 14,90. Да, не дешево, но вполне сносно. Так, решили себя побаловать грибным супчиком. Так, грибы. 14,9. Ой, я извиняюсь. Ой, все, 250 грамм, посмотри. Та-да. 14. Зависли. Но мы немножко обрежемся. Станик, что-то. Станик, станик, станик. Давай. А, 11,90. 11,90. Еще 11,90. Раз. А, получается, 1 евро это 21 крона. Так. А, нет, все, нашла грибы 14,90. Ну, молодец, все, ну, нашла за 250 далеко. Грамм. И, конечно же, мы знаем, что в Лиле проходит постоянно акции. То есть, ну, подходит уже время срока действия товара. Нет, и, конечно, цены нет, сбрасывают. Нет, это просто акция на этот хорошо, товар. Короче, это зернистый творог, он стоит 11,90 за штучку. Получается 11,90 за штуку, 3 штучки. Там 200 грамм. Входит. Ну, туда же без голландских огурцов, которые мы покупаем по всей Европе, они везде продаются. Одна штука стоит 9,90. Ну, блин, суком висит, неизвестно, да? Давай лук уберем, почему лук? Не, лук дорогой. Короче, лук убираем в сторону, потому что он правда дорогой. Овощи, фрукты почему-то очень дорогие здесь. Лук стоил почти 14 крон за килограмм. Так это ж мексикан, это ж острый. Взяли. Да, все это нормально. Паста вот а... мексикана 12,90 типа масло, стоит. Безумие, это шустрое. Давай главное, мы взяли, конечно же, нас четверо, мы взяли, мясо. Получается, на пару дней, надеюсь, этого хватит, килограмм свинины. Причем в духовке со спиртом. Вот цена. 119 за кило. За кило. Это была акция, но, в общем, я считаю, здесь косточки нет, это превосходная покупка. Это хрюшка. Ну, а еще все. Я купила себе десерт. Да-да-да, еще десертики, но я не знаю. Он стоит за штучку 6,90. Дешево, да, наверное? Вот 6,90. Так, вам спасибо за внимание. На все про все мы потратили 316 чешских крон. Следите за нашими покупками. Это мы делаем как бы наш, как это называется, корзина, да, которую мы... Эконом-корзина, да. Эконом-корзина, которая... Корзина, потребительская корзина, да? Да. Ну, по пиву еще не прошли стадии. А мы в Карлових Варах, в Праге, надо... мы попробовали, но это будет отдельный обзор. Хорошая, но это другая тема. Спасибо за внимание.